Так, пошла запись. Здравствуйте, друзья. Мы с вами в саду, который совершенно не раскручен по России. Ученые о нем не знают. Точнее, не хотят знать. Я цитировал таких специалистов, да? Вот. Последнее число апреля. Вдруг внезапная жара. И буквально за два дня проснулись и зацвели, ну, около 30, зацвели цветочные почки именно на абрикосах. Уже на подходе эти самые цветы на грушах, видите, они тоже набухли и ждут своего часа. Урожай будет всегда отборный, всегда такой невероятный, невыносимый. Делать бы обход. Вот, сладчайший черенок со сладчайшей грушей пришел с Воронежа. Черенок пришел, уже не помню от кого, но на нем нет ничего, кроме цифры. Номер 20. Ясно, кто-то когда-то свистнул его в научном саду, только там нумеруют. И пошел по рукам, дошел до меня, тоже сладчайшая. Ветераны. Видите, какие? Вот. То же самое ожидается, цветение, нарядные фирмы, но попозже. Это осенний сорт. Вот. Ну, про абрикосы что говорить? Абрикос как абрикос, сало как сало, посмотрите, сколько пчел. Вот. Есть уникальные вещи, о которых мы поговорим потом, когда появятся плоды. Видите? Абрикос фаина. Мертвый, полностью 100% саженцев. Откуда взялась эта ветка? Выше прививки или ниже? Я еще не знаю. Но два плода было. И средние, грамм по 40. Для фаины мелко. А для маджорского абрикоса сильно крупное. Получилось что-то среднее. Может быть, это химера? Ведь я получил в виде пощечины. У вас химера? Давайте посмотрим. Химеры долго не живут. Если вы думаете, что этот абрикос, который то ли ветка подвойная, напитанная генами роскошной фаины, может быть. А может быть, это фаина, которая чуть-чуть не подпорчена, а как бы влияние подвоя. Что плоды оказались не 80 грамм, не 90, а 40. Вот. И вот я буду ждать результата, потому что, да, такое случается. Невозможно сказать. Прививка была выше, не так, ветка вот эта, выше прививки или ниже. При том, что сама фаина безнадежно мертва. Видите? Вот. Это я отвлекся. Сейчас там помощник Андрей продает саженцы жителям СИЗОЙ. Вот, может, я его увидеть, как они оттуда на тележке в горшках везут саженцы. Им подавай мелбу и лесную красавицу. Губа не дура. Вот. Ну, показать еще вот эти трехлетка, двухлетка. Вот. Снова трехлетка, потом двухлетка, а потом еще вон там еще трехлетки, двухлетки. Это все новые сорта. Принцип один. Плоды все больше 100 грамм. Получится ли они больше 100 грамм? Не знаю, посмотрим. Вот. Здесь гипотогенная зона. Здесь все мрет, умирает. Я отчаялся, больше сюда ничего не сажу. Здесь рамки работают, вращаются с бешеной скоростью. Вот здесь нельзя ставить дом, кровать. Это хорошо, я зрячий благодаря рамкам. Ну, вот этот вот черный абрикос на краю. Не жив, не мертв называется. Сразу переходит в стадию плодоношения, расти не хочет, потому что его задача дать потомство, караул, место смертельно опасное для деревьев. Но он с краю зоны. Я обмерил всю. В этом месте я учил своих семинаристов, гостей, приезжающих на семинары, владеть рамками в этом месте.
у кого есть способности, рамки вращаются бешено, как у меня. Вот, а сейчас еще ждем абаканца. Может быть, если их зарядки хватит, аккумуляторов, то мы еще и с ними интервью возьмем. Как сказали мне, с медленной минуты будут. И ждут, нет, не подарки. Вот это вот моя брошюра. Это супер брошюра. Выпуск номер один. Видите? А номер 2-3 никогда не будет. Хотя те, кто в руках и держал, говорят, что очень надо продолжать эту тему. Темы какие? Смотрите. Самое важное здесь это обрезка. Потому что с этой обрезкой такого натворили специалисты, что в России уничтожены практически все сады или искалечены. Вот, но вышло 200 тысяч рублей, 20 тысяч было сделано их, отпечатано, а потом тот, кто это затеял, сказал, возможности продать централизованно нет. Вот я продаю по одной штучке 100 рублей, 4 штучки получается 200 рублей, значит одна 50. И так далее. Записка зачарованного садовода. Простым языком, доступным даже школьникам, здесь изложены, кроме всего прочего, это уникальный материал, кроме всего прочего, здесь две Нобелевские премии. Когда-то кто-то из вас, кто купит эту книгу, сегодня мне одну купили, 5 дней назад еще одну. А по моей статистике, приезжающие сюда засаженцы, один из 30-40 покупает. Вот так и получилось. Две книги продал по 600 рублей. Самое ценное, считай, избранные статьи. Видите, вместе с телевидением мы создали этот уникальный материал. Значит, качество обеспечено, раз съемки делало телевидение с Айнагорской. Вот. Семинар Москва, диск номер 13. Здесь вся прививка, практика прививок. Книга Железовых. Да, кончилась книга, вот, которая называется «Северный сад. Сотворение чуда своими руками». Бумажная кончилась, осталась на диске. Вот я чуть ли не с протянутой рукой. Ну, купите. Я вспоминаю, знаете, была такая песня, когда так жалостливо певица пела. «Купите фиалки, фиалки лесные». Это лет 50 назад я это запомнил с фильма. Я также, купите диски, диски по 300 рублей, почти бесплатно, без них ни черта вы не вырастете. Но народ требует, чтобы мы им научили, тут же взяли секатор, научили обрезать, взяли, чтобы я взял привычный нож и научил их просто-напросто привать просто так. Опа, а что один саженец, а не два? Там три кривых они не берут. Так квинти же есть прекрасная. Я говорю, вот квинти есть. Ждали, сейчас покажу. Квинти. Вот это, иди, вместо мелбы квинти. У меня был лидер мелба. Когда я привез с Украины квинти, размножил, районировал. Вот с тех пор новый лидер квинти. Это Канада. Что там смотреть? Сало как сало. Сало как сало, что вы пробовали? Коплютневая, я вам говорю, есть. Лада. Вот она, лада наша. Ну-ка, давай я фильм снимаю, показывать. Кого? Кого? Память Яковлева. Да. Ой, какая. Вот, которую мы взяли. Слаще меда. Да. Вы взяли, да? Курица. Ну, хоть тут повезло. А то, что от квинти отказались, это страшная ошибка. Мы еще пока не отказались. А, нам еще сказали, покажут. Вот она. Мы пока еще не отказались. Читайте. Фотографии делаю. Одесса, похоже, есть. Это вот тот одинокий. Да, по 500 рублей я вам продам. Вон везде, посмотри. Это те, которые идут со скидкой. Да, со скидкой, которые выпадут. Давай. Давай посмотрим. Что? Вот оно, двухлетнее. Вот такое было. Живая. Вот этот резинок, он пойдет потом? Это, если бы я не обрезал не, вот так. Не, я же просто для себя интересуюсь, я же не... Да боковые пойдут. Ну. Я же просто спрашиваю, для чего. Да, распускается. Да, она живая. Ну, знаете как, если бы
Вот есть там, так, по-моему, за 1,5, да? Она практически такая же, ну чуть она больше. За 1,5? А это 500. Кондилер Ловский. Ладно, я в эту торговлю не лезу, дальше сами. Вот себе я посадил. Если бы она была продажная, она стоила бы где-то порядка 1000-1500. А это я себе посадил. Так, некогда мне с ними лясы точить. Давайте пройдемся по саду, который называется, абрикосовый. Он не весь абрикосовый. Интересно в этот момент, знаете, что посмотреть? Вот. Цветы разные. Вон они розовые. Видите, как красиво. Вон они розовые, вон они белые. У меня сейчас молодой сад отсюда далековато через дорогу. 1 000 000 рублей ради 10 сов так ухлопал. В стране земли для опытного хозяйства нет. Вот. Остался без штанов, но там 10 соток новые абрикосовые сорта. Ну вот смотрите. Сюда смотрите, сюда. Дело в том, что он только зацветает. На самом деле здесь все будет бело, как будто снег идет. Сейчас еще чуть рано. А почему чуть рано снимаю, чтобы показать. Вот они, видите, в разное время созревания. Значит, в разное время не все попадут под заморозок. А все бывает. Одни зацветают, другие еще спят. Или только начинают зацветать. Вот видите тот край. Там пока еще там поздние абрикосы. Вот это средненькие. Вот поздний абрикос, смотрите. Живой, здоровый, а еще не цветет. Вот. Ну а почему этот так хорошо расцвел? Правильно, чернок привез с Украины. Это жердель. Но она выиграла спор у Королевского. У меня будет послезавтра вебинар. Знаете, что там будет? Там я включу WhatsApp, и люди увидят, в глазок уткнул. Потому что я не умею переносить в компьютер с этого, с телефона. И прямо будет слышать громкий голос. И будут видеть цветение абрикосов. И там будет сказано. Самый сладкий у меня королевский. Вот. А как получилось, что вот этот мелитопольский с огромным урожаем. Вот. Нагло выиграл у него спор. Выиграл, как это называется, когда. А, дегустацию у 1,5 десятка человек. Вот, мелкие, с кислинкой. Но почему-то всем подавай кислинку. Значит, такие абрикосы тоже должны быть в садах. Ну, в основном народ, конечно, гоняется за королевскими, за рыжими, за академиками, за фаинами, за баями. Ну, на грани. Сейчас скажу пару слов. Утром было две машины приезжало, потом третья. А вот это вот, которое купили саженец, это четвертая машина. А еще ждем абаканцев. Абаканцы еще не знают, я их порасспрашиваю, когда приедут. Дело в том, что одна машина сказала, у нас много саженцев привезли с Иркутска. Я продолжаю тему. Я говорю, я знаю, объявление бешено крутится по этим местным каналам телевидения, и там сказано, что культивируют и привезли на продажу абрикосы ананасные с этого, с Иркутска, и самое удивительное, черешню. Вот. Я точно знаю, что черешневых садов Иркутской области нет и быть не может, а саженцы откуда-то взялись. Это какой-то волшебник это смог сделать. А люди покупают. Вторая машина сказала, что купили саженцы, правда они все мертвые. Купили, привозили якобы в Абакан из Томска. Ну, кто посмотрит на карту, посмотрит, где Томск, где Красноярск и где Абакан и где Саяногорск. Вот, а главное, чтобы по географии иметь двойку. Вот, а там главную географию должны были на уроке научить не просто запоминать, где какой город такой в широте, а где какой климат, где какие климатические зоны. Из каких это пор? Примерно так же, как в Норильске, в Труханске выращивают саженцы. Да,
почему бы и нет, так и Томская область. Якобы роскошные саженцы везут опять к нам сюда. Вот. Центром садоводства в Сибири десятки лет являлся, ну сейчас это он на издыхание, именно Абакан, плюс Саногорск, Минусинск. Вот. Ну так вышло, что здесь все деградировало, дожили до того, что фальшивые саженцы везут со всей планеты именно туда, где мы гордо выращивали, и даже, знаете, сколько здесь скупщиков было? Вот, видите, домик, 200 ведер, я говорю, езжайте к ним, даже это вот забор общий, 200 ведер, вот там, видите, тут сейчас выкупили, там всего 100 росло, вот тут на берегу, это самое, ой, неудобно фамилию называть, 100 ведер, у этой самой бывшей, как ее зовут, должность, бывшая бывшая стол со сумкой на ремне, как почтальонша, она покупала все наши, мы выписывали журналы типа «Подсадебного хозяйства», там было много смертельных советов, а у них было 300 ведер в среднем, они сдавали. Окончилось тем, что они своими руками все до единого уничтожили. Потом вот тут вот наискосок, вот за этим красивым абрикосом, это мой абрикос, вот, и соседский, вот они два рядом. Я их называю супруги. Вот. Третий супруг подальше, вот этот, это Амур. Это самый скромный, когда-то с них начинал. Вот. Мы с соседом купили у Левицкого, он купил вот этот под названием Амур, но он, так как он непривитый, то я его обозвал сельцем Амур. Вот, а мой непривитый я назвал абрикос маньчжурский, потому что он и есть в Маньчжурии. Вот, причем сладкая парочка. Урожаи небольшие. С этого было 15 ведер, а мой в это время не мерили сколько. Вот, но вот, примерно их было в 3 раза больше, чем у соседа 15 ведер. Вот видите, это я к чему говорю. Я говорю к тому, что еще и вот этот сосед, я посадил ему уникальный сад. Вот здесь они росли. Вот он, за забором. Теперь здесь почти пустыня. Приезжает родственник, резал. 2/3 уничтожил своими руками. Вот, за забором случилось то же самое. Великолепный сад был у моего друга. Вот и здесь, вот, когда он продавал сад, уже оставались рожки-ножки и мои фотографии, где я учил, ни в коем случае не вздумайте резать деревья. Режут горизонтальные ветки, волчки, резут волчки, пошли горизонтально. Много чего навыдумано. Вот здесь рос великолепный сад. Все это было уничтожено, и за забором еще один там, вон тот домик, и еще справа домик. Там росли тоже по 100, по 150 ведер, сдавали каждый год. Вот, но руки чесались, и они взяли и уничтожили. Сад обрезка на кольцо, нужно было резать. Мои деревья, не сказать, что идеальные, видите? Вот. Но я никогда не режу на кольцо. Вот эти пни... Это гарантия того, что дерево будет продолжать расти, расти, расти. Приросты видели? Несмотря на эти раны, оно практически здоровое. Нельзя кометь вырезать, нельзя замазывать эти раны, оно занимается самолечением. Но это я повторяю из кино в кино, наверное, я вам уже надоел. Так, ну что, нашли второй? А, этот, да? Ну, ясно. Ладно, удачи вам. До свидания. Вот. Ну что тут еще показать? Очень много диковин. Видите? Сказать, что такое слива грация. Это из породы венгерок. Что она тут делает? А, место кусочек был, воткнул. Вот. Королевский абрикос, его судьба несчастная, что вначале его вырастил, а потом пришлось сделать беседку, и она закрыла его от солнца.
Вот это его беда. Но он начал от солнца отодвигаться с помощью горизонтальных веток. Видите? Выбрасывает ветку в бок. Смотрите. Плюс волчки, и вот оно уже на солнце. Самая страшная ошибка, одна из 3-4 самых страшных, это ненависть вот к этим волчкам. Ненависть. А это самые обыкновенные ветки, которые сами решают, как им расти. Вначале так, а потом вот они бросят боковые ветки, а я их уже использую на прививку, видели? Для этого обрезал. Ну что, хватит вам рассказывать сказки. Вот. В середине лета займусь, кто-то из моих родственников займется укоренением. Я сделал специальную обрезку. Это память о Латинкове. Он мне прислал роскошнейшие ягоды в виде саженцев. Вот. Это крыжовник. Название забыл, но где-то оно у меня есть в архиве. Потом она выбросит ветки, в середине летки они будут укоренены под бутылками. Вот. Но это уже будет другая совсем разговор. Много интересных диковин. Одни из них вот такие вот. Вырастил 12 деревьев сихота оленя. Оказались самые мелкие, на уровне манжурца. 20-25 грамм. Вот. И казалось бы, все, их судьба, карьера решена. Но, когда я пригляделся, я на двух из них увидел листья. Если у абрикосов листья, вы знаете, какие, сейчас скажу, ну, в форме сердечка, только вверх ногами. А здесь знаете, какие листья были? Как у ивы. Ну, я взял, сказал себе, найду место. А здесь у меня росли клоновидные яблони, больше для них, видите, пень. Для них больше места держать я не мог. Они совершенно непригодны к нашему климату. Вот это вот 40 лет назад яблоня была куплена на рынке, как колонна. Вот одна. Вот на ней даже два яблочка было году на 6-м. И вторая, вот вторая. Видите, я их специально не убираю, держу в насмешку. Место не занимает. Вот мои получились рекордные высоты. Есть фотографии до 8 метров. Были рекорды урожая, но все-таки пришло время, они, как бы это сказать-то, они извратились, деградировали, скажем так. И вот целый ряд я их выпилил, а на место семечковой культуры посадил косточковую. Что я жду от этих абрикосов, которых я ничего не знаю, кроме того, что они корни собственные. Еще раз, листья были явные абрикосы, по всей форме. Крона, почки, все абрикосы. Но листья были вот такие, видно меня? Вот такие вот листья были. Поэтому я для них нашел место. А теперь ждем первое цветение. И знаете, на какой год? В 15-м году посажены, в 16-м пересажены. И наконец-то зацвели. Не быстро, но дождался, слава богу. Все вот эти абрикосы цветение на третий год. Плюс, обратите внимание, прививки третий этаж, одна, вторая, третья, они четвертая, пятая, шестая, это даже слива, это у меня. Для чего слива? Будет расти, чтобы задержать цветение. Хочу проверить, задержит цветение абрикоса или нет. Вдруг хочется все попробовать. Вот. Следующее. Опять. У них я выбирал деревья, я нашел несколько уникальных деревьев у пианиста, которые так и не мог вспомнить, мои или Филиппева, вернее, какие мои, какие Филиппева, все под 100 грамм и более 100 грамм, в виде черенков перенес сюда, привил, будут ли еще крупные, посмотрим, ну а так как руки чесались, я опять слива, опять абрикос, но уже с которого плоды 120 грамм. Снова прививка третьим этажом. Все они, в свою очередь, привиты на манжурца. У всех по двое манжурец. Вот. Также экспериментировал, видите. Казалось бы, это не привитый манжурец. Но он уже с генами крупноплодных абрикосов. Хочется
именно иметь манжурец, именно не привитый, но все-таки чисто культурный. Потому что выпускницы Тимирязевки, которые делают погоду в интернете, долбят меня. Это Железово сад, цитирую их. Свободное опыление, да, потому что вот здесь, вот видите, с Украины, с Канады, вот с Канады, вот, Дальнего Востока, есть с Армении. Все это, снова с Украины, все это переопыляют друг друга, и считается, что косточки обязательно будут дикими. Так и написали, что утверждение Железова, что они будут культурные, это ложь и мошенничество. Вот я в этой атмосфере не прежней живу. Ничего, смотрите, вот это первое цветение, так, это первое цветение, второй год и всего, но уже видите, что делается. Вот, это однажды мне повезло, я нашел самое крупное в своей жизни дерево. Вот, это было Береславский район Херсонской области, Украина. Плоды не влазили в 3-литровую банку. Почувствовали момент? Так у меня таких уже несколько. Вот какая-то из них может дать те, что плоды, что не влезут в банку. Это будет сенсация, я скажу вам, такая. На Украине больше вы их не найдете. Там, во-первых, садоводство деградировало, во-вторых, им сейчас просто не до садов. Вот. Вот это дерево, да, оно, я его пробовал привить, оно не привилось, осталось диким. Оно наиболее повторяет того патриарха манжурца. Манжурца уже около скоро 40 лет будет. Он дает рекордный урожай, но тем не менее, вот это его замена. Он очень похож, только плоды поярче. Вот такие дела творятся. Вот. Пока цветение, что вам показывать? Цветет себе, цветет. Видите, почва какая. Никто ее не калечил, никто ее не перекапывал. Листья никто не убирал. Это страшная ошибка. Убирать листья, которые главный корм дерева. Глупость несусветная. К нам специалисты записались. Люди абсолютно невежественные. Вот. Видите, еще держится. Это академик. Но ему в труде всех пришлось. Я с него срезал сотни веточек на прививку. Вот результат. Маточное дерево. Это дерево покрепче, потому что я с него веток практически не брал. Несколько веточек взял, Артем 2. Несколько веточек. И вырастил следующее поколение, уже с них брал. А это осталось таким мощным, менее искалеченным. Вот плоды 30-40 грамм. Вкусные. Вот. Это гибрид. Если мне где-то... А, ладно, прошел. Ну, ладно, вернусь. Почему? Самое ценное, то, что удалось вырастить, если бы я был в ученом саду, вот, если бы мне все это доказать, что это моих рук дело, я бы уже заработал как минимум государственную премию. Но так как я никто и звать никак, вот не то, что премию, тут вот эти слова, наоборот, вызовут гомерический хохот в научных кругах. Что это достойно премии. А здесь случилось однажды чудо. Вот. Да я уже столько раз рассказывал. Вот эти деревья все 100-граммовые. Это. Вот. И неудобно сейчас начну опять рассказывать. Паина, тройной гибрид. А тройных гибридов вегетативных породий не существует ни одного. Откройте Википедию, увидите. Ну что, буду заканчивать. Сейчас помогал выбирать саженцы. Помогал тем, что обрезал их, приводил их в какое-то божеское состояние. Представьте себе, когда деревья кривоваты, переросшие, вовремя не купили. Ничего, поработал как парикмахер. Вот, сильная обрезка, сами они в горшках, посоветовал, как садить, выпрямить, кол сюда наклонил, этот кол сюда наклонил. Вот и все. Получается в сумме вполне приличное дерево, и не 1500.